Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Doom Bed. Мы с вами остановились на 9-й миссии, да? Второй части. И давайте, ребят, пробовать проходить. Как знаете, да, наша цель здесь не отдать принцессу этим рыцарям, которые постоянно приходят на нашу территорию и хотят ее постоянно похитить. Мы этого не будем позволять. Так, берем миньона, возьмем, наверное, с вами вот этого пехотинца. И я вот не знаю, или нам взять ловушку какую-нибудь. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть еще. Так, мы можем. Да что мы можем, ребята? Мы можем только взять миньона, наверное, который нам пригодится. Ну что же, давайте попробуем. 10-я стадия у нас. Так, смотрим. Так, подожди, балконы есть? Балконы, ребята, есть. Даже вот тут. О-оу. Это очень, ребята, плохо. Давай поставим для начала гарпун сюда. Вот здесь, наверное, нам надо влепить генератор. Так, второй гарпун я, наверное, тоже сюда влеплю. И вот так мы сделаем. Так, одного генератора, мне кажется, здесь будет маловато. Так, хорошо, предположим, да? Знаешь, что я не взял, ребята? Я только сейчас понял, я не взял заморозку себе. Вот что я не взял. Да, поздно я... Оу, еще и Супермен летит. Еще и Супермен. Ха-ха. Молодцы какие, а. Ты посмотри. Какие, ребята, они молодцы. Они все продумали. Все продумали для себя, ребята. Блин. Какой-то тут горелый блин, ребята. У нас с вами получается. Так, он зайдет сюда, как думаете? Он, наверное, зайдет, скорее всего. Мне кажется... В легкую зайдет. Ну, гарпун, давай бомби по нему. Ага, он летит. Кислота в него капает. Да ладно, он хочет сказать, пройдет? Пройдет, ребята. Он здесь проходит. Так, миньончик. Супермен летит. Он все еще, ребят, летит. Проказник этот, а? Супермен. Давай, ребят, вот так вот сделаем. Слушай, мы не должны, ребята, с вами отдать принцессу. Ну, никак не должны, понимаете? Что можно сделать? Ничего. О, фу, я спас, ребята. От этого Супермена у нас все удачно получилось. Так, у меня ни одного генератора нет. Думаю, в чем проблема? Генераторы все подбиты. Вот что. Так, бегут. Опять же бегут, ребята. Неуклюжие, блин, пешеходы по лужам. Три гарпуна поставим сюда. Мне, кстати, сказал один из подписчиков, что гарпун действительно имба. Давай проверим, какая она у нас имба. Так, генераторы. Давайте быстрее вырабатывайте мне энергию. Вырабатывайте мне... Оу! Ну, не надо так делать, не надо. Давай вот так сделаем, ребят, с вами. Так, один все-таки пробежит, да? Я смотрю, пробегает один. Нам нужно вот здесь, ребята, с вами... Он сейчас пойдет наверх. Он пойдет наверх. Он никуда, ребята, не денется. Так, генератор. У меня что? А, вот, вот. Ох ты, сколько вас здесь бежит-то, а? Красавцы. Давай вот так поставим. Не знаю, зачем я туда влепил. Захотелось мне почему-то, ребята, именно так сделать. И давай еще призовем миньонов. Пускай его расстреливают. Опа-на, ребята, а он психанул и пошел наверх. Ты прикинь, он пошел наверх. Интересно, он сможет подойти к принцессе или нет? Как думаете? Если я сейчас... Нет, он не смог. Фух, финальная волна, естественно, нас поднимает выше. Я ставлю сюда миньонов. Оу, а вот это плохо, ребята, здесь ворота. Здесь ворота, я не знаю, откуда здесь вход, наверное, вот отсюда. Ладно, подождем, посмотрим. Посмотрим, все. Блин, без заморозки, конечно, мне здесь будет, наверное, туговато. Мне будет здесь, наверное, туговато, ребята. Кто там идет внизу? Ну, ага, Супермен летит. Ребята, летит, тут у нас Супермен. Давай вот так вот сюда ловушку, потому что он полетит наверх. Так, он будет лететь наверх. У меня что, один генератор, что ли, всего? Да хорош, завязывайте. Что, серьезно, что ли? Еще и здесь, так, один улетел. Откаблучился, да? Так, давай вот так вот поставим еще миньонов. А он гарпуны мне жарит. Он жарит мне гарпуны, ребята. А ну-ка, миньон, разберись-ка с ним. Разберись, говорю, с ним. Что ты... А, вот что мы можем, ребят, сделать. Ха-ха. Я только хотел кое-что придумать, ребят. Но, видите, уровень пройден. Сколько мне дадут? 600 монет. Это круто.
Ну что, ребята, пойдем, наверное, сразу же с вами на 11-ю миссию, да? Но перед этим я хочу, наверное, пропать себе миньончика. А какого миньончика, ребята? Естественно, вот этого пехотинца. По полной программе, да? И у меня есть немножко даже... Нет, у меня ни шиша. Никаких немножко. Вообще, мне он здесь не нужен. Я лучше возьму, действительно, ребята, заморозку, скорее всего. Замораживающую нашу вот эту вот ловушку. Она, по крайней мере, сдерживает врагов. Может даже заморозить их. Ну что, будем надеяться на лучшее. Ага. Так, балконы есть наверху. Ну, естественно, тут как по стандарту, ребята. Давай вот так вот сделаем. И генераторы расставлять. Блин, куда их ставить-то даже не знаю. Давай сюда поставим. Мы поставим вот здесь, скорее всего, ребят, с вами очень много гарпунов. Да, как вариант. Как вариант, надо делать именно так. Спросите, почему? Ну, потому что, ребят, потому что вот тут вот вход, и они будут появляться здесь. Естественно, ползти потом будут наверх. Будем сейчас обороняться. Так, шипы. И вот сюда, кстати, можно поставить генератор. Что тут у нас происходит? Пока все вроде бы хорошо, да? Нет! Ребята, ничего не хорошо. Абсолютно нехорошо. Вот сюда поставим шипы с вами. Блин, у меня наверху практически никакой защиты нету. Вот, ребят, вот здесь вот по ближайшей лестнице никого нету в защите. Принцесса, грубо говоря, вот здесь, если еще появится сейчас лестница, а она появится, они будут здесь ползти еще. Понятно, поэтому давай вот так сделаем. Так, внизу никого нету? Че это он бегает тут? Как полоумный какой-то. Вот так вот сделаем. Мы поднимаемся с вами выше. И это означает то, что вот сейчас будут вот здесь со всех сторон ползти враги. Давай вот сюда поставим шипы. Гарпун надо вот сюда, ребята, влепить. Для прикрытия. Для прикрытия. Он же не сможет? Нет, ребята, он не может до нас дотянуться. Это хорошо, в принципе. Давай, наверное, еще поставим вот сюда гарпун. Обороняться будем по-жесткому здесь. Серьезно говорю. Стрелков. Так, быстренько мы их расчекрыжили здесь. Давай, наверное... А как бы мне тут сделать получше? Давай вот так вот, наверное. Слушай, ну пока все хорошо, ребят, получается у нас. Я вот сюда поставлю гарпун. И что бы мне еще сделать можно было? И вот сюда мы ставим кислотную ловушку. Так, пока нормально, ребят, справляются мои ребята. Тут кислота капает на них, все хорошо. Так, мы поднимаемся еще выше, да? Еще выше. Все выше и выше и выше, как говорится. Это, ребята, все благодаря тому, что у нас прокачано здесь все хорошо. Мы можем как бы здесь выдерживать. То есть дамаг мы наносим капитально здесь врагам. Давай вот сюда вот поставим, так? Угу. Бомбим. Сюда мы тоже поставим пехотинцев, чтобы они, ребята, отстрелились на худой конец. Все пока замечательно. Можно, кстати... Нет, нельзя, не будем так делать. Надо вот сюда ставить нам гарпуны. Если вот здесь мы все сейчас гарпунами с вами заделаем, я думаю, здесь будет великолепно. Вот так вот сделаем еще. Так, подожди, прыгу. Тут появился грозный рыцарь, ребята. Очень грозный рыцарь. Он сейчас зайдет в эти ворота, да? Он зайдет в ворота или нет? Не пойму я пока, если честно. Сможет он пройти или нет? В любом случае, надо сюда вот этих стражников выпускать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ребята, ну. Да давайте вы бомбите, ёпрасоте. Что вы смотрите-то? Что вы любуетесь-то на него? Ух, ёпрасоте. Ну. Одного подбили. Хорошо, ребят, слава богу, мы его побили. И второго подбили. Фух. Финальная волна, зашибись. Это еще, ребята, был не конец, оказывается. Это еще не конец, далеко не конец. Поэтому не расслабляемся. Так, давай-ка мы сюда вот миньонов поставим. Как-то они у меня разделились так. Ну ладно, фиг с ним, пускай так будет. Генераторы работают, вырабатывают энергию. Отлично. Выставляем вот сюда графон. Они пойдут наверх сейчас, ребята, ё-моё. Тогда мы делаем вот так вот заморозку сюда. И что нам еще можно придумать? И еще гарпун я вот сюда влеплю. Мне просто весь этаж обстреливается, ребят. Смотрите сами. Так, забираем деньги. Забираем тут энергию. Поставим вот сюда гарпун с вами.
И, пожалуй, вот сюда, наверное, да куда бы ее влепить-то? Ну, вот пускай она здесь работает. И гарпунчик еще, да кучи. Так, ребят, я надеюсь, этот супермен не сможет долететь. Я в это верю очень сильно. Фух. Сложно было, но мы прошли. Так, ребята, 700 монет мы зарабатываем с вами. И у нас 1160 монеточек. Ну что, давайте сразу на 12 уровень перелетать. Пока, как говорится, все у нас получается. Все. О, вот это плохо, ребята. Чем? Вот мне не нравятся вот эти вот уровни, ребята. Так, во-первых, мне нужны генераторы. Генераторы вот сюда поставим. То есть они будут сейчас со всех щелей переть, так? Получается, да, именно так, ребята, получится. Так, давай пехотинцев сюда поставим. Тут везде, как видите, у нас балконы. То есть они будут со всех щелей тут ползти. Без остановки, да? Так, нам нужно, наверное, вот здесь вот подготовиться хорошенечко с вами. Так, ну что же, подготовимся. Генераторы. Алло, работайте, работайте, вырабатывайте энергию. Сюда поставим токсичную ловушку. Опс, опс, вот этого, ребята, я и боялся. Вот этого я и боялся. Сейчас начнется. Давай вот так вот с вами сделаем. Попробуем, не знаю, отобьются они, не отобьются. Сюда вот так вот поставим. Нужны гарпуны. Ребята, нужны гарпуны, срочно. Да куда ж ты ползешь, гаденыш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, 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 ребята. Очень критично здесь все. Этот разбирает уже, да? Смотри, что он делает. Он уже разбирает мне ловушки наши. Давай вот сюда поставим на всякий случай. Они всех миньонов, что ли, разбили мне? Точно, ребята, они разбили мне миньонов. Всех. Так, давай, хорошо, попробуем все-таки отстоять. Вот куда ты ползешь? Куда ты ползешь? Так, пускай вот такие вот тоже миньоны будут. И мы поднимаемся с вами выше этажом. Выше этажом. Ну вот здесь вот, ребята, точно будут. Вот здесь вот будут лестницы, сейчас они попрут. Поэтому давайте, наверное, вот так вот с вами сделаем заморозку для начала. Воткнем. Внизу вроде бы как все хорошо у нас, да? Внизу все хорошо. Вот этот этаж у нас плохо с вами защищен, если честно. Но самое главное, это вот этот, ребята, этаж. Самый-самый верхний. Потому что пойдут стопудово. Со всех щелей сейчас побегут. Давай сделаем вот так вот. Так, ниндзя бегут. Ниндзя бегут, да? Давай вот сюда ловушку поставим. Что? Вот. Вот-вот-вот именно об этом, ребята, я говорил. Будут ползти. На финальной волне они пойдут еще и сверху. Будем отбиваться как-то, я не знаю, ребят. Выживать хотим? Хотим, поэтому нужно стараться. Чего-то не хватает мне, ребят. Чего-то вот не хватает. Не то чтобы мощей, каких-то ловушек нужно понаставить побольше, ребят. Дайте деньги, деньги мне. Дайте все, все, все монетки, которые только у вас есть. И поставим мы вот сюда гарпун. Сюда, наверное, еще стрелков поставим с вами. И вот так вот. Посмотри, что творится, ребят. Просто какой-то кавардак. Фух, я буквально на одних вот этих вот юнитах выживаю. На одних стрелках. Да, я понял, понял. Мы поднимаемся с вами еще выше. Так, давай. Внизу, ребята, ничего не осталось. Прикинь. Внизу все практически разбомбили. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет жарко. Сейчас будет очень и очень жарко. Давай сюда мы выпустим миньонов и вот так вот сделаем. А, с двух сторон, ребята, с двух сторон зажали. Твою ж дивизию. Враг идет, враг наступает. А у меня что, генераторов не осталось? Нет, есть, вот они два. Всего два, это мало. Давай-ка, наверное, вот так сделаем еще. Мои стрелки тут только бегают, как ошалелые. Давай, наверное, сделаем что? А мы ничего не можем сделать, ребят. Наверху. Оу, они уже ползут. Эй-эй-эй-эй-эй, погоди-ка, 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 погоди. Стой, не двигайся. Так, рыцарь, сдохни. Не понял. Тут еще и прыгун, ребята. Тут еще и прыгун. Фух. А вот теперь последняя волна. Финальная, так скажем, да? Финальная волна. И вот тут балкон есть. Это плохо. Делаем, ребята, опять же с вами защитную оборону. Я знаю, что они пойдут здесь рано или поздно. Пойдут, как пить дать побегут.
Ох, сколько энергии накопили мы с вами. Отлично. Это хорошо, ребят, когда столько энергии. Давай, миньоны, расстреливаем. Так, а что нам тут можно придумать? Во-первых, шипы. Это раз. Так, пошли с этих этажей, да? Еще вот тут балкон у нас есть. А рано или поздно они пойдут здесь. Вот на этом балкончике они будут, ребята, идти. Это точно я вам говорю. Они никуда не денутся. Они такого момента не укусят, чтобы не пойти здесь. Так, что же сделать? Давай вот так попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Он сейчас побежит, ребята. Вот и тот самый, ребят, балкон, про который я вам говорил. Вот, видите, лестница на нем. На нем лестница. Давай-давай-давай-давай, родные мои. Бомбим, бомбим этого хламона. Фух, забомбили, слава богу. Так, что нам придумать? Вот здесь вот можно поставить заморозку. Пока сам не пойму для чего. И гарпун. Гарпун будет бомбить. Фу, я прошел, ребята. Я сам в это не верю. Я сам в это не верю, что мы с вами проходим так все на изи. 900 монет. Офигеть. У нас с вами 2200 там с лишним монет. Ох, ядрить тебя на корень. Ну что, ребята, 12 уровень у нас здесь. Пробуем, давайте попробуем, посмотрим, получится у нас здесь пройти или нет. И нам нужно с вами кого-нибудь прапать. Кого-нибудь? Или что? Что мы можем прапать с вами? Мы можем открыть новую ловушку с вами, да? Мы можем открыть беговую дорожку. Давай вот эту вот ловушку, ребята, с вами возьмем, а? Попробуем прапать. Так, еще апнем. 600, ладно, хорошо, я согласен. И 750, не хватает немножко, ребята. Так, и поехали. Будем сейчас с вами набирать. Так, берем вот это все. Вот это, гарпун. Гарпун, давай иди сюда. Так, генератор. Возьмем кентакли. Из миньонов нам надо взять стрелка, наверное, скорее всего. И что же взять-то здесь? Я не знаю, взять заморозку, может быть, нам с вами, ребят. Попробуем так сыграть. Я полностью, ребята, играю совсем по-другому. Не люблю, конечно, ничего менять, но и на старом зацикливаться, я думаю, тоже не стоит нам, понимаете, да? Так, если они пойдут здесь, значит, мы будем с вами вот так вот делать. Сюда ловушку поставим. Пехотинцев возьмем и поставим гарпун. Блин, опять про генератор забываю все время, ребят. Генератор пускай один здесь постоит. Даже вот так вот. Даже, ребята, вот так вот все у нас. Я опять, по-моему, не так сыграл. По-моему, да? Посмотрим, что у нас выйдет из этого хорошего. Ой-ой-ой-ой-ой. Генератор мне нужен, ребята. Мне... Во, стрелки. Давай, родные, помогите, помогите мне. Ну, не подпускаем. Куда он? Фу. Я уже думал, сейчас будет каёк нам. Так. Еще давай вызовем стрелков. Так, а тут у нас что, вообще что ничего? Блин, Супермен, ребят, летит. Супермен летит. А как быть-то? Уже, по-моему, никак, ребят. Уже, по-моему, никак. Я, конечно, попробую здесь как-то отбиться от них. Ух, Супермена забомбили. Слушай, ну классно. Пока все меня устраивает здесь вполне. Вот сюда я поставлю один генератор. И надо как-то вот так вот шипами, наверное, ребята, здесь. А, кстати, вот здесь можно щупать закрепить. Точно. Давайте мы, наверное, так с вами и поступим. Вот поставим сюда заморозку. Да? Так, заморозка у нас здесь будет стоять. Предположим, здесь у нас вот будет щупальца прикрывать. Генератор пока никуда не будем ставить. Давай вот сюда поставим еще щупальцу. И стрелков надо влепить, наверное, ребят, вот сюда. Так, мы с вами опускаемся еще ниже этажом. Ага, я понял. Кстати, вот этот проход, ребята, нужно защищать, потому что он ведет вот сюда. Значит, мы будем с вами делать вот так вот. Значит, мы будем с вами делать вот так вот. Опачки! А вот это-то с какого, блин, перепуга-то здесь? Эй! Блин, ребята, придется бонус мне тратить. Придется, пришлось. Так, 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 подожди, давай вот так вот сделаем. Да что ж тут творится-то, господи.
не надо похищать мне принцесс. Не надо, не надо трогать их. Это моя девочка, не трогать ее. Всеми грязными лапами. Забираем все здесь, что есть. Давай еще, наверное, стрелков призовем, ребята. Так, тут 6 творится, смотрите сами. Кстати, вот сюда надо будет щупальцу поставить. Да, чтобы она мешала, ребята, на проходе им. Так, и принцесса, и все время они, смотрите, ребята, куда ставят. Они ставят ее прямо вот рядышком, лестница рядышком с этим. Кстати, мы можем с вами, знаете, что сделать? Нет, сюда нам не вариант, ребята, чтобы она падала. Так? Да, именно так. Ну, отобьемся, как думаете? Или не отобьемся? Во-во-во-во-во, расстреливает, смотри, что делает. Смотрите, ребята, что делает. Шипы поставим тогда сюда. Этому говнюку мелкому. Ну, давай стрелков еще влепим. Так, а вот тут у нас ничего не прикрыто, ребята. Гол как сокол здесь, да? Вот так мы с вами сделаем. Так, и что бы нам еще придумать? Вот сюда нужно, ребята, такую же поставить ловушку. Вот так вот. Вот так она должна выглядеть. Так, я вижу, ребята, Супермен там летит. Откуда ее просто в то время Супермен взялись? Я не понимаю этого. Оу, тихо. Давай вот так вот сделаем. И шипы поставим. Жесть какая-то тут происходит. Просто, ребята, завал. Завал юнитов. Они мне все разбомбили. Все мои ловушки, ребята, подкромсали почти. О, спасибо за бонус. Очень признательно. Видите, как, ребята, заморозка действует? Она замораживает врага, и он ничего не сможет сделать. В этом вся прелесть замораживающей ловушки. Так, и нам надо, наверное, вот сюда поставить все-таки стрелков. Так, и вот сюда мы еще бросим с вами, да, партию стрелков. Принцесса, принцесса. Так, финальная волна, ребята. Финальная волна. Главное здесь не обосраться нам. И все будет четко. И все будет хорошо. Так, никаких тут нету балконов, лестниц и чего-нибудь там тому подобное. Кстати, я, по-моему, вспомнил, ребята, этот уровень. Я вспомнил этот уровень. Я его когда-то проходил. Здесь сейчас будет какой-то прикол, какая-то обманка. Не помню, правда, в чем она заключается. Но она будет. Она будет. Как-то тут они хитро сделают сейчас. Давай вот сюда вот поставим заморозку с вами. Здесь шипы, здесь все прикрыто. Гарпуны стоят у нас. Вот сюда бы еще, наверное, гарпунчик один не помешало бы влепить, ребят. Давайте, наверное, так и сделаем. Вот сюда поставим гарпун. Ну что, энергии-то нет? Вот, энергия появилась. Вот так вот, два гарпуна. Это еще не конец, ребята. Это еще не конец. Волна еще будет идти дальше. Так, давай вот так поставим щупальцы. Подбили, отлично. Хотелось бы что-то влепить. Понял, вот давай вот так сделаем. Ох, сколько, ты посмотри, сколько их, ребят. Ты посмотри, сколько их тут бежит. Целая куча. А вот сюда, кстати, можно генератор влепить. Они все равно сюда, наверное. Ага, не пойдут. Пойдут, вон уже стреляет по нему. Мне нужна энергия, ребята. Что происходит? Что происходит? Да все то же самое, что и происходило, ребят. Это последний, кстати, рыцарь. Вот это вот в данный момент последний рыцарь, который... Ну ты посмотри, сколько тут. Я просто не знаю, что мне сделать можно. Давай вот так вот попробуем. Будем защищаться как только можем. И чем можем. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, он упал. Спасибо за бонус. Давай-давай-давай, расстреливаем, родные мои. Расстреливаем. Отлично, упал. Упал, отжался. Давай сюда заморозку поставим. На всякий случай, Супермен, ребята, летит. Ты вон, тут не хватало Супермена, блин. Стрелки к бою, как говорится. И полетел Супермен отсюда к чертовой бабушке. Так, по-моему, прошел. Фух, ребята. Тут даже, знаете, тут даже думать нет, как говорится, времени что-то обдумывать, какую-то тактику. Тут просто нужно защищаться любыми способами. 800 монет мы с вами заработали. Фух. А что вы меня сюда перекинули-то? Зачем? Я сюда не хочу. Можно мне вот здесь вот добить или нет? 13 уровень. Погоди-ка. А давай-ка мы что-нибудь другое с тобой глянем. А тут у нас...
Тут тоже, да, в бонусные пошли миссии. Тут пройдено. Давай попробуем здесь поиграть. Седьмая миссия у нас. Так, у нас с вами есть деньги, и я могу пехотинцев своих улучшить окончательно. А, они у меня улучшены. Подожди, а что же мы тогда с вами улучшали-то? Что мы с вами улучшали и не улучшили до конца? Ребят, понял я вот эту вот ловушку. Апгрейд. Хорошо. Не знаю, зачем я это делаю, но пускай будет. Так, и давай вот этого, наверное, миньончика. Хотя... Ладно. Давай его... Блин, не знаю, нужно или не нужно его улучшать, ребят. Что-то я как-то сомневаюсь. Я почему-то сомневаюсь. А вот это что такое за... А, она у меня стала ледяной? С чего там вдруг? Так, ладно, давай посмотрим. Вот эти пилы, кстати, тоже, ребята, неплохие. Вот это вот тоже отравляющие колодцы, которые будут, ну, вентиляция, так скажем, травить врагов. Ладно, пока у нас денег нету, мы, ребята, уберем вот это все и начнем, ну, по стандарту все сделаем, ребят. Пока так сыграем, потом посмотрим. Если мы не сможем пройти, там уже будет видно, что нам надо будет поставить, кого включить в игру, кого убрать. Так, пехотинцы. И что у нас здесь не хватает, ребята? Не хватает, нет, заморозку я взял. Не хватает щупальца, конечно же. Щупальцы. Вот они. Подожди, блин, что ж я теряюсь-то? Чего же тогда нам не хватает-то здесь? Какую ловушку, ребят, я пропустил? Это все взято. Миньонов, что ли, какие-то я забыл взять? Ну, вообще-то только стрелки мне нужны. Сказали ребята, что нужно брать акулу. Она типа имба, но я еще, ребят, ее не открыл. И посмотрите, сколько стоит. Ну, не то, что сколько стоит она здесь, а когда ты ее вызываешь. Она очень дорогая, вот эта вот ловушка, ребята. И не особо себя оправдывает. Хорошо, давай возьмем вот эту вот. Все, фиг с ним, ребят, погнали. Седьмая миссия, да? Принцесса одна? Одна, это классно. Но здесь как-то очень хитро так все сделано. Я даже не знаю, ребят. Ну давай вот так поставим генератор сюда. Откуда пойдут они? Сверху, да? Понял, начинается все сверху. Давай сделаем вот так вот. Здесь пойдут или нет? Я вот не знаю, честно говоря. Подожди. Вот так вот. Давай, наверное, вот один генератор сюда поставим. Так, вон они бегут, ребята. Они бегут. Шипы, конечно же, нужны шипы здесь. Так, и мы с первыми рыцарями, ну, справляемся, грубо говоря, да? Тут очень много дверей. Очень, ребята, много дверей. Где-то будет какой-то подвох. Я уже просто чувствую, что будет подвох какой-то. Ага, здесь идут. Значит, они вот так вот пойдут. Да? Пойдут ведь так. Ха, ты, говнючки мелкие. Что у нас там наверху творится? Ну вот, начинается, блин. Давай сюда заморозку поставим. Мне как... Воу, да ладно, а почему? Ребята, ты прикинь. Да не надо мне этой ловушки. Давай вот так вот сделаем. А он не справится. Ребята, он здесь не справится один. Эти ловушки мои тут... Ну, а и толку-то от них никакого. Давай вот так вот делать. Другого выбора не вижу, ребят. Точнее, варианта. Че, он еще и похитил. Не, ребята, такой расклад мне не устраивает. Зря я только потратил бонус. Зря. Короче, фигня это все, а не ловушка на самом деле. Че же нам здесь сделать? Миньонов, что ли, вот этих убрать? Или же электрического возьмем? Или медика? Давай попробуем, ребята, медика. Миньона медика. Я им не пользовался особо сильно. Посмотрим, что он будет делать. Короче, я понял, что акцент нужно ставить вот здесь вот. Ну, здесь, наверху на самом. И вот здесь. Поэтому давай-ка мы вот так вот с вами поставим генератор. Здесь вот так вот, я думаю, пока на первое время хватит вот этого всего. Простоят уж как-нибудь. Ничего с ними там не случится, я думаю. Вот. Самый акцент вот здесь. Отсюда прут, ну, довольно сильные враги, вы сами это видели. Поэтому давайте делать как-то здесь оборону. Пока у нас с вами есть такая возможность. Потому что потом будет, ну, вообще не сладко нам. Ага, тут расстреливаем. Генератор, кстати, можно сюда влепить. Так, мы поставим вот сюда еще с вами заморозку одну, да? Ай, не нравится мне вот это все.
Давай так сделаем, попробуем. Так, вот, ребята, присосались. Сейчас пойдет веселуха. А куда это ты разогнался, парнишка? Скажи-ка мне на милость. Он бежит, ребят, куда-то. В наглую причем бежит. Хм. Что-то тут они, ребята, мутят. Причем довольно не кисло что-то мутят. Вот он, ребята, вот он появился. Это Тархаровец, который мне помешал. Так, погоди. Эй. Какого лешего ты... Как он так умудрился, ребята, проскочить, а? Как? Хитрозады, однако, сюда. Давай вот так сделаем. Вот сюда заморозку влепим. Да что ж такое? Там что у нас? А что такое? Почему? В чем проблема-то, не могу понять. Нет. Давай вот так сделаем. Зачем я опять это сделал? Я не пойму. Давай вот так попробуем. Похитит или нет? Как думаете? О-хо-хо, похитил. Ребята, он похитил принцессу. Да что ж такое-то? Ты прикинь, вот эти все мои ловушки не могут просто никак его остановить. Нет, ребята, я опять буду переигрывать. Это не вариант. Это, ребята, не вариант. Медик этот тоже мне здесь не нужен. Короче, я понял, что мне здесь нужно. Вот что надо. Так, я буду апгрейживать. Почему, вы спросите, я беру вот эту вот штуку? Сейчас покажу, ребята, в чем преимущество этой беговой дорожки. Именно против вот этих вот на конях юнитов. Сейчас увидите все. Ну, во-первых, здесь нам нужно сделать оборону. Какая-никакая, но она должна быть. Так, генераторы мы с вами поставим, наверное, вот сюда. И вот сюда. Мы сделаем с вами вот так вот. Немножко по-другому, не так, как было в первый раз. Вот так вот. Все, чтобы я это видел, чтобы я все это контролировал. Так, здесь. Здесь, в принципе, все хорошо. Наверху должны справиться. Ну, давай еще один отряд поставим. Так, чтобы быть вот сюда вот. Поставим сюда гарпун. Мы поставим сюда гарпун. Щупальцы. Так, нужно, ребят, вот сюда влепить генератор. Так, один все-таки пробежал, я смотрю там, да, олух. Один все-таки пробежал. Ладно, я думаю, что он далеко не убежит. Ага, я опять, что ли, не успел? Я, по ходу дела, опять, ребята, не успею замутить здесь дело свое. Давай вот так вот заморозку сюда влепим. Так, этот бежит у нас тут. Видите, да, ребята, он бежит. Давай вот так вот ловушками, ребята. Все будем здесь. Так, заморозку сюда влепим. Блин, по-моему, не хватит у нас, ребята, силенок вот противостоять именно этому чудику, этому рыцарю. Хотелось бы, на самом деле, если честно. А ты-то как сюда... Ты-то как сюда вылупился, упырь. Да ну, хорош. Серьезно, что ли, вот так вот? Да как же быть-то мне, а? А, ребята, как мне быть вообще вот здесь вот? Как мне его подбить? Почему щупальцы не бомбят, а, ребят? Подбил, да неужели, елки-палки, неужели я его подбил? Замораживаем. Так, давай-ка вот сюда мы поставим, ребята, с вами стрелков, потому что, ну, слишком здесь им легко, я смотрю, живется. Опа, серфер бежит. Да, ребята, бежит серфер. Да, это почти как Супермен у тех рыцарей, у обычных. Поэтому его нужно, ребята, контролировать. Так, что можем мы сделать здесь? Давай заморозку сюда влепим. Посмотрим, сможет ли он здесь похитить или нет, ребят. Давай, 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 ну стрелки, ну елки-палки. Подбили, фух. Спасли, ребята, все. Блин, ну и уровень, я вам скажу. Просто жесть какая-то. 700 монет зарабатываем. Погнали, сразу же, ребята, сразу же будем проходить. Так, принцесса, надеюсь, здесь у нас одна. Одна, она на самом верху. Упс, упс, ты понял, да? Почему упс? А, даже вот так вот. Я не могу там наверху ставить. Твою ж дивизию, ну. Давай я так попробую сделать. Сразу же Супермена. Вы что, специально, что ли? Вы издеваетесь надо мной? Они сразу же, ребята, выпускают Супермена, прикинь.
Офигеть. Давай генератор поставим. Гарпуны, ну... Да убейте вы этого супермена, а. Они не хотят, ребята, его просто. Они не могут бомбануть. Тут-то все тихо, по-моему, тихо там все. Сейчас, ребята, есть. Фух, мы здесь отстояли кое-как с горем пополам. Давай вот так вот сделаем. Блин, я боюсь, что сверху поползут, понимаешь? Давай мы с вами вот так вот сделаем. И нам нужен еще один генератор. Одного мало. Одного нам будет мало генератора. Так, что? Бегут, да? Сейчас побегут. Неуклюжие по лужам. Вот сюда, кстати, ничего мы не можем здесь поставить, к сожалению, ребята. Сделаем вот так вот. Тут главное контролировать все. Вверху, внизу, где только можно. Так, щупальцы. Да, нам, кстати, здесь пригодились бы щупальцы. Вот именно вот тут. Давай-ка попробуем сделать вот так. И... А вот здесь вот кислоту влепить. Погоди, погоди. Погоди, кислоту. Вот она. Давай сюда влепим. Сюда можно? Нет, нельзя поставить сюда ничего, к сожалению. Тогда гарпуны будут у меня здесь стоять. Так, наверху пока чисто. Все хорошо, ребят. Никаких вроде бы проблем нет. Пока. Супермен, ребята, летит Супермен. Ох, ёп, просто ты посмотри, что тут. Ты посмотри, что сейчас тут будет твориться, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Моих миньончиков бедных просто раскромсали здесь. Давай его сюда поставим. А как вы скажете мне здесь, ребята, противостоять? Я не знаю, если честно. Смотри, что происходит. Ребята, все, это, по-моему, финиш. Это финиш, если честно. Беговая дорожка, куда я могу? Ну, сюда могу поставить. Она меня спасет, она меня не спасет. Она меня здесь, ребята, не спасет. Серфер бежит, все дела, да? Все как обычно, ребят, короче, да? Все как обычно. А, им на дорожку плевать. Ребята, им плевать на дорожку. Тогда вот так вот сделаем. Опять зря, да? Опять все это, ребята, зря. Нет, не зря. Нет, не зря. Фух. Жесть. Давай вот так вот кислотную поставим сюда. Так, они бегут там? Они... Воу, рыцари бегут. Хорошо. Давай вот сюда поставим еще одну охрану. Так, у меня генератор сломали. Гаденыши такие. Давай вот так вот попробуем сделать. Так, ребята, вот сюда нужно... Блин, а где? У меня хоть один генератор. Ёп, просто сколько их тут. Опять, ребята, целая куча этих охламонов бежит. Опять сломали мне тут все. Опять они мне все поломали. Так. Ну что тут можно сделать? Я не знаю, ребят. Ну как вот с такой армией здесь противостоять? Как? Давай вот сюда. Нет, сюда не могу. Да я вообще могу. Вот, морозку сюда могу поставить. Смотри, смотри, мои пробуют, мои ребята пробуют отбиться, но это очень сильно. Их очень много, ребята, здесь. Куча, просто куча здесь. Он пробивается, он идет потихоньку, он идет. Еще второй прибавляется. Давай так вот. Отбиваться надо как-то. Еще и Супермен до кучи, ребята. Понял? Еще и Супермен. Так, что мы можем сделать? Ну, давай вот так еще поставим. Так, беговая дорожка, он бежит, ребята. Это его задерживает немножко. Да что ж такой живущий-то, гаденыш, а? Еще один, ребята. Еще один попался на нашу ловушку. Почему? Я могу поставить. Что у меня летит-то? Два Супермена. Ребята, два Супермена бегут. У меня бонусов больше. Три. О-оу, три Супермена. Офигеть. У меня что, ни одного генератора, что ли, нет? Я не могу понять. Нету, ребята, у меня ни одного генератора. Вот она в чем проблема вся. Ну, миньоны. Пипец. По-моему, это пипец, ребята. Это трындец. Ладно, а того подбили с горем пополам как-то. Умудрились его учпокать.
Они летят, ребята, они летят к принцессе. Только не говорит, что вы ее похитите. И бонуса нету никакого. Трындец, ребята. Это был трындец. Не хватило им всего лишь чуть-чуть. Согласитесь, что это очень обидно. Для меня это обидно, пипец. Столько стараться и вот так вот сфейлиться. На, практически на финале, ребята. На финале. Грустно. Мне что-то взгрустнулось вдруг. Ни с того, ни с сего. Что-то я так разозлился, ребят. Что-то я так разозлился на это все. Прям не могу. Давай вот так вот сделаем. Беговая дорожка, это, конечно, все хорошо, но я не знаю. Поехали, попробуем, ребят. Я должен пройти этот уровень, во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало, ребят, я должен его пройти. Подожди, мы с вами... Блин, ребят, вместо того, чтобы переиграть этот уровень, я нажал на следующий. Где, откуда они побегут, я не знаю, ребят. Начнем с генераторов, как всегда. А там уже будем смотреть, откуда они побегут. Для меня это новый уровень, я не знаю, чего тут ожидать. И откуда подвох будет. Ага, все, я понял. Первые пошли отсюда, и отсюда. И оттуда, и оттуда, короче, со всех щелей, как всегда. Оп, я не могу здесь поставить, а почему? Хорошо, давай так сделаем. Ну, этих-то мы, наверное, отобьем, я думаю, да? Да, блин, не могу я здесь ловушку поставить. Так, два гарпуна, если вот сюда влепить, это будет классно. Я думаю, будет классно, да? Давай, один вот сюда поставим, другой вот сюда. Так, заморозку не могу влепить даже. Далеко ли ты, парень, собрался? Там наверху-то все чисто? Чисто пока. Так, они, может быть, идут чисто снизу, ребята, и будут идти наверх. Может быть, у них вот такая цель. Поэтому я зря переживаю за верхние этажи. Фиг его знает, ребята. Я не знаю, что тут вообще думать. Как тут можно думать? Так, давай вот сюда поставим. Где мои генераторы? Ни одного генератора нету. Их сломали все. Сколько? Чего? 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 Ух, ё-моё! Офигеть, ребята. Заваруха там. Заваруха просто жесть. Они ползут, да? Еще и Супермен здесь. Слушай, ребят, по-моему, мне сюда рановато на эти уровни идти. Мне кажется. Просто рановато. О, Супермен, смотри, летит напрямую. Вообще замечательно. Сейчас он вот так вот сюда и полетит по прямой. И все, и моя песенка, ребята, здесь будет спела. Ой, ё-моёшечки. Да, оно так и будет. Смотрите. Оно, ребята, так и будет. Не смогу я, ребята, этот уровень пройти. Пока я еще слабоват для этого уровня. Похитит принцессу. Да, короче, ребята, это бесполезно. Это бесполезно все. Тут даже не то, что переигрывать надо. Тут надо вообще, ребята, выбирать, наверное, другой уровень. Сложно пока для меня здесь, серьезно вам говорю. Надо подраскачать, может быть, какие-то новые будут у нас с вами ловушки. Давай попробуем вот этот вот уровень пройти. Так, экипируемся. Экипируемся. Давай так возьмем, генератор. Щупальцы, миньоны. Так, берем вот этого. Может быть, нам все-таки кусачек взять миньонов. Может быть, с ними как-то больше будет шансов у нас на выигрыш. Как думаете, ребят? Iron Maiden. Железная дева, это понятно. Пушка огненная. Так, тысяча. Давай вот это вот возьмем, ребят. Хорошая штука, между прочим. Ну что, ребята, давайте подготавливаться. Короче, начнем вот так вот. Блин, я все время забываю про генераторы. Давай выставлять генератор с тобой. Ага, ниндзя пошли. Ниндзя пошли. Так, секунду, подожди, что нам сделать надо? Давай гарпун поставим. Зачем я гарпун влепил сюда, не понимаю я. Хотя нормуль. Нормуль, ребята, все хорошо. Так, бомби, подбили, отлично. Давай еще один генератор здесь поставим с вами. И вот так вот. Все, все хорошо пока. Все пока у нас, ребята, отлично. Вот сюда я поставлю тоже на всякий случай стрелков, но мало ли там чего. Кто его знает. Что? Что случилось? Что за звуки? Вот они звуки, ребята. Вот они звуки. Звуки прелести. Так, у нас две принцессы здесь. Нам нужно их защитить.
Блин, тут к ним подходов целая куча, ребята. Просто целая куча подходов всяких, всевозможных. Надо как-то защищать ее. И эту, и эту. Так, давай. Не знаю, давай сюда вот поставим так. И вот так. Что у нас там наверху творится? Все хорошо? Ничего, ребят, по-моему, хорошего здесь нет. Что за звук такой? Как будто сердце бьется у кого-то там. В груди. Непонятные звуки, да, какие-то? Так, серфер, ребята, бежит сюда. Нет, пока не серфер, пока этот охламон, рыцарь. Но этого тоже достаточно, чтобы тут шороху натворить. Вот и он. Так, подбили мы его. Отлично, ребята. Пока все хорошо вроде бы. Что у нас тут-то творится? Тут вообще жесть какая-то творится на самом деле. Давай вот сюда гарпун влепим. Опачки. Понял, я понял, ребята, что они тут задумали. Ну, есть, подбили. Погоди ты, блин, они еще сверху здесь ползут. Да что ж такое-то? Так... Я, ребята, не успеваю, элементарно не успеваю тут за всем за этим. Ну. Да и парасоте, ну. Где миньон мой? Давай, стреляй, защищай. Я не знаю, хоть что делать. И как хочешь делать, меня это не волнует. Главное, чтобы принцесса осталась у меня живая. Чтобы ее никто не тронул, не похитил, ничего не сделал с ней. Фух. Так, это еще не последняя волна, да, я так понимаю, ребят? Тут еще будут ахаровцы, да? Да, вон они ползут, они совсем щели, гаденыши. Так, ладно, предположим, вот сюда, кстати, ребята, нам бы не... Так, смотри, как кто ползет. Стрелок. Где он вылезет, наверное? Где он вылезет-то? Во, давай так попробуем. Ну, конечно же, он начинает, ребята, бомбить мне мои ловушки. Конечно же, как же... Как же без этого, ребят? Ну, без этого никак. Фух, я спас. Ребят, я спас. Это жесть какая-то, ребят. Это просто жесть. Ну что, друзья, наверное, на этом на сегодня и хватит. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим проходить Doom Bed. Всем пока, всем удачи, до новых видосиков.